12 апреля Волоколамское шоссе. Здесь в автомобильной аварии пострадал человек. Только что с места аварии уехала скорая. Пострадавшего доставили в больницу. Он находился на пассажирском сиденье УАЗа, перевозившего в прицепе доски. Водитель УАЗа не пострадал. Как произошло, скажите? Отвечать ни на какие наши вопросы водитель автомобиля не стал. Говорит, не хочу. Остается только догадываться, по какой причине с ровной чистой дороги машина с прицепом съехала в кювет и перевернулась. Возможно, водитель не справился с управлением. УАЗ двигался в сторону Твери. Прицеп с досками оказался в канаве, так что движение в сторону города для остальных машин не было перекрытым. В случившемся разбираются сотрудники ГИБДД. Стало известно о задержании в Тверской области подозреваемого в нападении на сотрудников полиции. 7 апреля злоумышленник напал на правоохранителей подмосковного отдела полиции и скрылся на мотоцикле. Поиск преступников не прекращался все эти дни. Подозреваемый задержан сотрудниками МВД России совместно со спецподразделениями Управления Росгвардии по Тверской области и Территориального управления Росгвардии по Смоленской области. Бурякова Василий Владимирович. Конечно, мать, за что? За подозрение в убийстве. Скрывался где? В лесу. Вину признаешь свою? Признаю, наверное. Мотоцикл достал. В лесу. Задержанный в ближайшее время будет доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства.